Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 17.45. Постройте график функции y равно f от x. Где f от x? Определено так. F от x равно минус 0,5 x в квадрате, если x находится на промежутке от минус 4 до 0 включительно. И равно минус корень из x, если x соответствует промежутку от 0 до плюс 4. Ну, давайте выполним пункт А. Пункт А. А, нужно построить график еще. Давайте тогда, прежде чем выполнять пункт А, построим график. Итак, f от x равно минус 0,5 x квадрат. Это уравнение параболы, находящийся в области отрицательных значений y и опущенный ветвями вниз. И вот, значит, нам нужно построить ту часть параболы, которая соответствует промежутку от минус 4, от минус 4 до 0. Тогда мы будем строить только одну ветвь параболы. Задаем значение x и вычисляем значение y. Итак, при x равно 0, 0, y 0. X единица, y минус 0,5. Х2, 2 в квадрате 4, на 0,5 это 2, значит с минуса минус 2. При х равно 3, 3 в квадрате это 9, умножить на 0,5 это 4,5, значит минус 4,5. И при х равно 4, 4 в квадрате это 16, 16 на 0,5 это 8. И со знаком минус, вот минус 8. Теперь мы соединяем точки плавной линии. Получаем участок параболы, соответствующий области определения минус 4, 0. Причем точка минус 4 включена и 0 включен сюда. Так, теперь строим график функции на участке или на промежутке от 0 до 4. Так, вот по x плюс 4. Так, это у нас будет минус корень из x. Задаем значение x, получаем значение y. При x равном 0, y равно 0. При x равном 1, y равно минус 1. При x равном 4, y равно минус 2. Теперь соединяем точки плавной линии. И получаем график функции на промежутке от 0 до 4. Причем точка 4 тоже включена в эту область определения функции. И вот теперь мы определим, выполним пункт А и определим значение функции при x равно минус 1. Так, мы находим минус 1 на графике, вот минус 1, минус 1. Опускаем перпендикуляр на ось, на график. Теперь получаем точку пересечения с графиком. Из точки пересечения мы опускаем перпендикуляр на ось y и получаем минус 0,5. Так, теперь f от 0. При x равном 0, так, этот x равно 0 входит в первый промежуток, и y равно 0. 0, так, и при f от f от 2. При x равном 2, вот 2, так, поднимаем. Вернее, опускаем перпендикуляр до пересечения с графиком функции. И теперь из точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось y. И получаем значение. Ну, вообще это значение будет равно минус корню из 2. Или приблизительно равно минус 1,41. Так, и теперь выполняем пункт B. В пункте b нужно определить значение x, при которых функция f от x принимает значение минус 2. Итак, находим отметку минус 2 на оси y. Вот эта отметка минус 2. Теперь через нее проводим перпендикуляр к оси y до пересечения с графиком функции. Получили две точки пересечения. Теперь из одной точки пересечения опускаем перпендикуляр и получаем значение x минус 2.
Из второй точки пересечения опускаем перпендикуляр. Вот сюда перпендикуляр опустим. Получаем плюс 4. Значит, x может быть равно минус 2 или x может быть равно 4. И то, и другое значение входит в область определения функции. Теперь f от x равно 0. F от x равно 0, тогда у нас x равно 0. Так, и f от x равно минус 8. Находим значение минус 8. Вот значение минус 8 по y. Опускаем перпендикуляр к оси y до пересечения с графиком функции. Потом из точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось x. И получаем значение x. X равно минус 4. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте.